Вечерний прайм на 112 Украина. Спасибо, что выбрали именно нас в этот вечер. Мы начинаем и далее говорим о таком. Последние и ключевые. Суд по делу о госизмене Виктора Януковича продолжил допрос топ-свидетелей. Скоро ли услышим и приговор? Обсуждали детали и называли конкретные имена. Помогут ли освобождению украинских заложников на Донбассе? Прямые переговоры Порошенко и Путина. Ну и никак не успокоиться. К чему приведет новая инициатива польских властей относительно запрета исторических разночтений? Ну что ж, эти и другие темы начинаем обсуждать с нашим первым гостем. Рады приветствовать журналист Дмитрий Гордон. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Рада вас видеть, Дмитрий. Спасибо. Сразу к теме. Теме важной, безусловно. Двоих топ-свидетелей допросили сегодня в суде по делу о госизмене Виктора Януковича. Слушали сегодня секретаря СНБО Александра Турчинова и его первого заместителя Михаила Коваля. Наша коллега Дарина Бойко следила за заседанием суда. Дарина, здравствуй. Ждем от тебя подробностей. И завершен ли все-таки уже окончательно допрос этих свидетелей? Так, завершений допит, і це вже 36-е засідання по суті по справі держзради Януковича. Ну, а загалом же сьогоднішнє судове засідання тривало 9 годин. Із них кілька годин допитували справді Михайла Коваля, який був виконувачем обов'язків міністра оборони. Зокрема, Коваль говорив про те, що українська армія не була готова, вона була фактично розвалена, не була готова протистояти агресору на момент весни 2014 року, а також повідомив про те, що, мовляв, усіх силовиків узгоджували із Кремлем на ті часи, що, зокрема, так само говорило про обороноздатність української армії. Ну і майже 5 годин свідчив секретар РНБО тепер, а тоді у 2014 році виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов, який, зокрема, говорив про те, чому не був введений воєнний стан в Україні навесні 2014 року, що, мовляв, у парламенті не було на це голосів, а також відсутність, знову ж таки, боєздатного війська. До того ж, Олександр Турчинов говорив про те, що Україна і не могла тоді оголосити війну Росії через відсутність оборонозатного війська, не може і тепер, коли вже українська армія зміцнилася, однак Україна, агресор, не може оголошувати війну якраз по тій причині, що не зможе протистояти, маючи те озброєння, яке вона має тепер. З захисту Віктора Януковича закидає Олександру Турчинову, що, мовляв, вони побоюються повернення Віктора Януковича в Україну нині на судову справу, як побоювалися і тоді у 2014 році. Олександр Турчинов відкидає ці закиди, говорить про те, що, мовляв, Україна готова до того, щоб Віктор Федорович повернувся в Україну і постав перед судом. Також Олександр Турчинов заявив про те, що не давав команду ліквідовувати чи стріляти, чи робити будь-що, що б загрожувало життю Януковича. Отже, наступне засідання, 37-ме, вже відбудеться 21 лютого. Так само очікують свідків, хоча поки що учасники судового засідання не називають на камери нам ті імена, які, тих людей, які можуть свідчити в суді наступного разу. Понятно. Спасибо тебе, Дарина, за вот такой подробный отчет. Дарина Бойко, наша коллега, наша корреспондентка, которая следила за сегодняшним заседанием суда, где выступал Александр Турчинов в качестве свидетеля, была с нами на связи. Ну что ж, а сейчас к тому, что успел назаявлять господин Турчинов. Да, подробнее. Действительно, подробнее. Заявлений много, важные. Сейчас разберем их. Резервов было очень мало по состоянию на конец февраля 2014-го. Реально защищать Украину с оружием в руках и полным обеспечением были готовы только около 5000 бойцов украинской армии. Об этом в суде по делу о госизмене Виктора Януковича заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Так вот, по его словам, о реальном состоянии дел знало ограниченное количество чиновников. При этом для противодействия панике среди людей новая власть уверяла в высокой боеготовности вооруженных сил Украины. Керівники військового відомства говорили, що може бути задіяно проти України до 200 тисяч російських військових танків, системи реактивних залпового вогню, авіація тощо. Тобто в тих умовах, безумовно, цей резерв спалити в Криму було практично неможливо. Коли б я вийшов тоді на екран і сказав, друзі, у нас нема армії, вас нема кому захистити. На великий жаль, мої накази нема кому виконувати або вони не виконуються, в країні міг почати хаос. Тому я брав на себе відповідальність. Могли, но просто не захотели. Защита Виктора Януковича уверяет, что в 2014-м власть в Киеве имела возможность противодействовать оккупации Крыма. По словам адвоката Виталия Сердюка, сил и средств украинской армии на полуострове для этого было вполне достаточно.
Чому ці 4 тисячі озброєних людей не мали можливості деблокувати будівлю парламенту 28 лютого 2014 року, яку захопили лише 80 чоловік? Чому 4 тисячі навіть тих, хто не зрадив присязі, не могли допомогти військовим частинам, які штурмувались 50, ну, максимум 100 особами? Ну и последним свидетелем стороны обвинения на следующей неделе должен стать президент Петр Порошенко. О его вызове в суд уже сообщили в главной военной прокуратуре. Ну что же, мы услышим, попробуем спрогнозировать. Но, конечно, сначала мы проанализируем услышанное. Дмитрий, ну вот вы следили вообще, вы слушали сегодня Турчинова? Я понимаю, что, наверное, не все, потому что иначе попросту не успели бы к нам на эфир. Да, внимательно слушал, мне это очень интересно. И что для себя что отметили, для подчеркнули? Такого самого важного? Первое, я хочу сказать, что мне очень нравится Виталий Сердюк, адвокат Януковича. Он очень грамотно ведет процесс, он подкован, он, видно, мотивирован финансово очень хорошо. Он хороший адвокат. И на наших глазах он превращается в звезду адвокатской деятельности. Что касается заявления Турчинова в суде, я этому не верю. Я не могу поверить, что на всю огромную Украину не нашлось 10-15 тысяч человек, патриотически настроенных, которые бы хотели оборонять свою землю, если бы получили на это приказ. Я не верю в это, что их не нашлось. Я не хочу в это верить, иначе грош цена Украине как государству, грош цена украинской государственности, грош цена независимости, грош цена вообще всему. Это означает крушение вообще всех представлений о том, как должно быть, о добре и зле, о правде, о справедливости. То есть если в большом 42-миллионном государстве не может найтись 15 тысяч человек, которые могут вступить в бой с захватчиками за свою землю, то это приговор всей системе. Но я хочу сказать вам еще вот о чем. В парламенте Крыма находилось порядка 80 или 100, да, зеленых человечков. Это люди без опознавательных знаков. Это люди, о которых президент Путин сказал, что наших там нет. Почему руководство Украины не может дать команду на уничтожение этих людей и на показ всему миру тел этих людей, как террористов без опознавательных знаков, вторгшихся на территорию суверенного государства? В чем проблема? Кто мне дураку объяснит? Смотрите, ну вот на самом деле, на что мы обратили внимание в заявлениях Александра Турчинова, по крайней мере, что нам тоже стало непонятным и необъяснимым, вот первый момент, это то, что Александр Турчинов говорит. Некогда приходилось врать о состоянии дел в вооруженных силах Украины, мол, чтобы не вызвать панику. Но если такой каминаут делает секретарь Совета национальной безопасности и обороны сейчас, а в прошлом и у президента, делает в прямом эфире многих информационных телеканалов, делает на заседании суда, делает это заявление на всю Украину, где гарантия, что, извините, нам сейчас не врут, о состоянии дел в вооруженных силах Украины. Значит, я выскажу свою точку зрения, свою. Нам врали и продолжают врать. По всем позициям. Наша власть, что предыдущая, что нынешняя, насквозь лжива. Все, что нам говорят, это вранье. Практически все, что нам говорят, это чистое вранье. Чистое. Я себя чувствую идиотом постоянно. Когда я слушаю, я не понимаю, на кого это рассчитано, кто это ест, кто это потребляет, кто этому верит. То есть я смотрю телеканалы, в частности 112 телеканал, выступления наших ведущих политиков. Это такая байда, это такое вранье бессовестное. Охреневшие люди, которые оторвались вообще от жизни реальной, не понимают, что происходит. Они врут нам с таким остервенением и с такой уверенностью в собственном вранье, что и просто... И очень оскорбляются, когда им на это указываешь. Что просто диву даешься, чувствуешь себя, повторяю, идиотом. Вот честно, я ловлю себя на том, думаю, боже мой, что он говорит? Он что, не понимает, что это вообще есть еще люди, еще остались люди, которые понимают, что это байда чистая. И нам врут все. Я хочу сказать, что...
с ними, с попавшими во власть, происходят какие-то метаморфозы, они заражаются вирусом вранья, и они врут с упоением причем. Знаете, я помню, как Янукович врал, он аж, у него глаза смеялись, он ржал над нами. Он ржал, потому что он такое говорил, он такое нес, и он смеялся. Мне так интересно было. Вот понаблюдайте за выступлениями Виктора Федоровича, а эти уже не смеются. У этих глаза такие упоротые у многих, они с такой уверенностью врут. Так браво, так четко. И смотришь на это, и печаль охватывает. Это печально. Будущее не просматривается, понимаете? На вранье ничего невозможно построить. Ну, Дмитрий, вот если просто ложь, просто уточню, потому что, просто чтобы понять логику, если Янукович лгал и смеялся, то эти лгут с упоротыми глазами, Дмитрий, ну, наверное, потому что на кону что-то несоизмеримо большее. Не могут они смеяться, потому что если сейчас признание там, Турчинова в лжи о том, что не было армии, ну, это такая ложь, наверное, для самоспасения. Я хочу похвалить Турчинова. Я хочу похвалить Турчинова. Это первый, кто сказал, что он признался в том, что он врал. А остальные же не признаются. Дмитрий, подождите. Он хоть сказал это? Ну, подождите, так давайте разберемся. Потому что если не мы надо. Сейчас посмотрим грустно на то, что он сказал. Не надо. Дим, ну он нет, сказал. Нам надо. Подождите, ну, зрителю, мы же, вот когда просто Дмитрий сказал: я вот слушаю, что говорят ваши студии ведущие, я думаю, господи, ведущие, что говорят? Ведущие политики, продолжил Дмитрий, и все стало на свои места. Мы же ведущие всегда. Но они у вас тут все вот приходят. Слушайте, вот у вас приходят они все. На 98%. Все вруны. Они приходят, они врут. Вот, вот каждый приходит, практически каждый, и начинает врать. Самозабвенно. Они достигли такого мастерства в этом вранье. Врут самозабвенно. Помните, как у классика? Мысль изреченная и есть ложь. Может быть, в этом проблема. Они потючивы все работают. Нет, но проблема не правда. В этом. Дмитрий. Проблема в том, что общество не поставило заслон этому вранью. Общество само врет. Люди врут друг другу, врут себе. Сам кругом, обманываться рад. Кругом, да, кругом вранье тотальное. И всех это устраивает. Это устраивает простых людей, задействованных в простой коррупции. Это устраивает непростых людей, задействованных в большой коррупции. Но по Жванецкому, получается, это заговор, в котором участвует вся страна. Да? Дмитрий, ну, возвращаясь просто опять-таки к тому, что сказал Турчинов. Ну, потому что это важно. Вот кто-то сейчас скажет, молодец, Турчинов признался, что лгал, по крайней мере, один такой нашелся. А если мы посмотрим на то, что он сказал, что не было 5000, значит, да, 5000 боеспособных войск. А, ну, это может быть правдой. А, я не уверена, потому что спецназ армии, войск МВД, Альфа, СБУ, Десантура, там, если угодно. Нет, Аня, да? Значит, но они смотрите, говорят, что больше 5000 было на тот момент. Нужно разделять две вещи. Первое. Значит, давайте скажем ради справедливости. Большое количество предательств было в войсках, особенно в Крыму. Потому что строились войска в Крыму, СБУ, МВД и войска по принципу территориальности. То есть там служило подавляющее большинство людей, жителей Крыма, у которых в Крыму семьи, которые мыслили пророссийски, были настроены, и они ну, это сразу были предатели. Кроме того, какие предательства начались сразу в руководстве флота? Березовский, Ильин, они тут же как щелкали, переходили на сторону россиян, потому что они давно были завербованы россиянами. Но еще не это главное. Как представить себе чисто технически, как украинцы могли тогда стрелять в русских? То есть в 41-м году, в 42-м году Илья Оренбург, один из главных пропагандистов советской армии, написал статью «Убей немца», она называлась. Это очень известная статья, где он призывал убивать немцев. Она называлась «Убей немца», была опубликована в газете «Красная звезда». Многие люди психологически не могли убивать немцев в советской армии. Ну вот не могли и все. А что же говорить о том, что вот два братских народа, вот украинцы и русские, как поднять руку на славянину на славянина? Как это сделать технически? Как убить человека? Брата убить? А ведь как? Ну, а раздуть пропаганду до предела. Сейчас. Да, ну это второй вопрос. Но есть здесь момент, есть. Понимаете, он есть, как бы мы ни хотели об этом говорить. Раздуть пропаганду, понятно. Но
как технически выстрелить человека? Ведь, послушайте, все войска были нацелены, СБУ и группа Альфа, на борьбу с крымскими татарами. Ведь войска украинские стояли на границах западных на случай отражения какой-то якобы агрессии с Запада. Понятно, что все управлялось Россией. Все 26 лет независимости Российская Федерация руководила СБУ, МВД, армии украинской. Все 26 лет. И в конце оно дошло до апофеоза уже, когда просто председателем СБУ был гражданин России Якименко и министром обороны гражданин России Лебедева. Перед ним Соломатин. Все российские граждане. То есть уже дошло до абсурда. Просто уже не стесняясь. Даже паспортов не меняли. Понятно. Но не найти, слушайте, не найти во всей Украине войско для того, чтобы противостоять агрессии, это смешно. Я не верю в это. А представьте, какая дезориентация была на тот момент в войсках. Потому что, ну, наверняка ведь кому-то из военных закрадывалась мысль. Дадут нам сейчас приказ. Приказ с оружием в руках, например, защищать ту или иную воинскую часть. И тут же военный вспоминает. Так, Беркут в Киеве, на Майдане, получил приказ, вроде выполнил, и что в результате стал врагом народа. Нет, я вам отвечу. Значит, смотрите. В результате сбежал в Крым. Как человек, который 2 года служил в Советской Армии, был сержантом и командовал людьми, я абсолютно понимаю, что такое военнослужащий. Значит, смотрите, вы можете думать, не думать, когда наступает момент X, когда вы получаете приказ, вы превращаетесь в животное. Вы прекращаете быть человеком. Когда звучит приказ конкретный, становись, равняйся, смирно, направо и погнали вперед. А ну пошли, все идут, никто не думает, некогда думать. Это любой военный подтвердит мои слова. Некогда думать. Сколько раз нас поднимали по тревоге, если бы нам сказали, стреляйте в людей, делайте, мы бы это делали, потому что мы связаны приказом. И что, все будут, а я не буду? Это так не происходит. Вот психология вам, военного подразделения. Теперь я ссылаюсь на Александра Ивановича Кузьмука, на своего друга, который был министром обороны несколько раз, который мне рассказывал о том, что он приехал в этот момент, когда зеленые человечки появились в Перевальное, в самую крупную часть. Там собрались командиры всех частей в Крыму, украинских частей. Они ему сказали, если нам дадут приказ, высшее руководство, мы будем оборонять Крым, мы будем стрелять. Будем! Они все на плацу пели украинский гимн, стояли. То есть я подтверждаю это как человек, который сам 2 года носил шинели, знает, что это такое, участвовал в учениях и так далее. Если солдатам дать приказ, они пойдут и будут его исполнять. Исключено, чтобы кто-то отказывался. Исключено. Вот я вам говорю изнутри. То есть военнослужащие не получили приказы. Сейчас Турчинов говорит, что приказа не было, потому что не было достаточное количество военнослужащих. Вот вам и модель. А давайте пытались приказ? Не пытались. Значит, мое мнение... Крым сдали. Мое мнение, тогдашнее руководство Украины, которое случайно оказалось у руля Украиной, оно было не готово к выполнению своих обязанностей. Потому что бывает исторический момент, когда наступает историческая ответственность. Я об этом уже говорил. Я еще раз хочу сказать. Да, мне кто-то сейчас скажет, хорошо, тебе сидишь в теплой студии и рассуждаешь. Я рассуждаю как простой человек, как обычный человек. Существует страна, твоя страна. На твою страну совершается нападение. Появляются неизвестные люди. Да, все не дураки понимали, откуда эти неизвестные люди. Тем не менее, они появляются в государственных учреждениях. Командование страной должно отдать приказ атаковать, выкинуть, уничтожить. Все, двух мнений здесь нет. Тем более, что Конституция Украины об этом говорит. И все об этом говорит. Не говорит, а кричит. Приказа-то не было. Сколько времени люди сидели, а приказа нет и нет, нет и нет. Ну, так а что мы хотим? Вот давайте мы продолжим говорить о том, ну, слушайте, ну сложнейшее, безусловно, мы сейчас обсуждаем. Я о простом говорю и пытаюсь простыми словами говорить о простом, Дмитрий. Причем то, что я думаю. У меня это болит, я вам честно говорю. Ну, кому оно не болит? Да многим не болит. Ну, вот, наверное, те, кто за это отвечает, может, болит, потому что не могут там свои собственные личные риски сейчас промоделировать. Может, поэтому болит, а не потому, почему нам. Вот мы сейчас продолжим, да, говорить? Да, по поводу личных рисков, по поводу того, как каждый ищет для себя оправдание, ну а может и для других.
Засилие изменников и просчеты в кадровой политике. Именно это, по словам бывшего исполняющего обязанности министра обороны Михаила Коваля, привело к тому, что Украина не смогла вернуть контроль над захваченными воинскими частями в Крыму в начале 2014-го. Призначают командующего військово-морскими силами Березовского. На другий день в урочистой обстановке приймає присягу на вірність Росії. То есть зрада йшла. Про це говорили, я повторюватись не буду. Зрада йшла повсеместно. Коваль вообще сказал фактически иными словами, что ввести положение для защиты, правовой режим, там военное положение, как угодно его назови, тот правовой режим, который помог бы нам защитить, помешал Янукович. Вот ввести этот режим помешал Янукович. Аня, все. Если ты министр обороны, если ты отвечаешь за оборону своей родины, и ты видишь, что у тебя ничего не получается, возьми пистолет и застрелись или повесься. Маршал Охромеев, повесился, вообще мне Дмитрий Тимофеевич Язов, министр обороны Советского Союза, рассказывал о том, как начальник генштаба вооруженных сил СССР маршал Охромеев повесился вообще на шнурке. Дважды он пытался, первый раз оборвался шнурок, он написал записку «Плохой из меня самоубийца» и повесился второй раз. То есть у людей какая-то честь была, какие-то представления. Ты же министр. Ты должен отстаивать свою родину. Что ты делаешь? Если не получается, так хлопни дверью, скажи, из меня министр говно, не получается. Я не готов к выполнению обязанностей, возложенных на меня родиной, я ухожу. А если ты не можешь, ну или пойди застрелись. Если ты не то, не то, ты приходишь, ты теперь показания даешь. Что за люди оказались наверху в стране? Откуда они взялись? Кто они такие? Но как они туда попали? Их наверх вынес Майдан. Нет. Их наверх вынес не Майдан, не надо путать. Значит, я вам скажу одно, на Майдане стояли одни, а власть взяли другие. И кто их вынес наверх, это большой вопрос, на который история даст ответ. Их Россия наверх вынесла, очень многих. Кого я повторяю, их очень многих вынесла наверх Россия. Потому что одним из организаторов Майдана была Россия. И наши олигархи были одними из организаторов Майдана. А зачем им это было нужно, если, опять-таки, если верить сегодняшним политикам, на тот момент Украина была полностью под контролем Российской Федерации? А мне интересно, как Нуланд пропуск выписывала на Майдан? Там, так при чем тут Нуланд? Нуланд это эпизод. Нуланд появилась потом, когда уже пошла жара. Потом появилось Помните много же, как, людей. Помните здание Минэнерго освобождали после звонка американского посла, а не российского? Я помню, это вначале было, да. Я помню очень хорошо. Смотрите, я вам хочу сказать главное. Майдан появился не потому, что люди его организовали. Вы ведь не забывайте. Вот смотрите, Майдан, казалось бы, ну мы вышли. Давайте так, мы вышли. Я рассуждаю вслух. Ну вышли и вышли. А появляться стали палатки, сцена, звук, свет. Это деньги. Ребята, это деньги. Вы представляете, что такое круглосуточно сцена стоит? Вы представляете, что такое на ней люди? Что интересно, убивают, ни одного на сцене не убили. Они все простреливаются. Все простреливаются. Любого можно убить. Ни одного со сцены не убили, убивали людей Турчинов внутри. Турчинов сегодня объяснил это тем, что Господь защитил. Так я понимаю. Сильный ангел хранит. Я понимаю. А теперь еще ряд моментов. Сейчас те, кому надо, меня поймут. Вот Беркут стоит, да? Я стоял на сцене, помню, в ночь на 11 декабря. Это ужасное зрелище. Беркут сжимает кольцо, сжимает. А людей-то мало. Эта ночь вся была. Я думаю, елки-палки, да, а что тут вообще зачищать? Сейчас они зачистят все. Они сжимают кольцо, сжимают и назад. Сжимают и назад. Спектакль какой-то, фантасмагория. А дальше, украинский дом, улица Трехсвятительская. Везде перекрыты пути, казалось бы, да, везде стоят ребята, все. Значит, Беркут не пускают. А этот подъем сверху, он открыт полностью. То есть при желании можно было... Я о чем говорю? Мы участвовали в большом спектакле. И не мы были его постановщиками, мы были марионетками. Все мы, кто там был по зову души, по зову сердца. Кто шел, хотел идти в Европу. Кому ненавистен был этот режим Януковича. Я о себе говорю сейчас. Там играли нами, мы были даже не пешки.
Мы вообще были мусор. Нами играли большие дяди, причем подключались по ходу пьесы все другие дяди и тети. Объясняю. Олигархи, хотите, я вам скажу свое мнение? Хотите, людей на улицу. Хотите, а я вам скажу, хотите, я вам скажу свое мнение, как появился Майдан? Вот давайте. Я его оформил. Я могу ошибаться сейчас, но у меня это мнение есть. Мое мнение следующее. Янукович пришел к власти в 2010 году, в 2012 году. В 2010 году, извините, с группой своих товарищей. Это все была так называемая Старая Гвардия. В 2012 году его сын, старший сын Саша Янукович, по кличке Саша Стоматолог, он благодаря внутрисемейному конфликту с Виктором Федоровичем, в подробности которого я бы не хотел вдаваться, потому что это внутрисемейный конфликт, возникший на почве личных отношений Виктора Федоровича с мамой Саши Януковича, он перехватил инициативу и сказал: «Папа, я приведу сейчас своих ребят, эти старые дураки все надоели уже, мы сейчас потоки перехватим сами, мы сейчас потоки возьмем под контроль, отдыхай, занимайся, тебе нравится внешняя политика, занимайся внешней политикой, отдыхай, мы сейчас все наладим». И пришла молодая гвардия. Клименко, Колобов, Арбузов, вот этих, Захарченко. Вот он привел эту новую поросль, молодую, Саша Янукович. А дальше конфликт, жуткий конфликт между старой гвардией и молодой командой. То есть Азарова практически отстранили, он был не у дел, готовили уже Арбузова. Ну, Захарченко собирался стать главой администрации президента. И вот тут главный конфликт. Левочкин, глава администрации, Захарченко собирается стать. Канал «Интер» под руководством Левочкина начинает мочить Захарченко. Так раздувается Врадиевское дело. Смотрите, какие менты, что у них там происходит. Так раздувается дело девочки, изнасилованной в Николаевской области. Помните, которую убили на стройплощадке? Так раздувается целый ряд дел. И в конце концов, противостояние Левочкин-Захарченко выходит на финишную прямую. И Левочкин устраивает со своими товарищами Майдан. Я в этом уверен. Смотрите, ну так Левочкин или все-таки Россия? Левочкин устраивает Майдан. Дальше подключается Россия. Потому что у них свои интересы, у России. Дальше подключаются и Соединенные Штаты, дальше подключаются европейские страны, дальше такой клубок, в котором сам черт ногу сложит. То есть Россия и Штаты не ожидали, они просто включились? Они включились по ходу, ну конечно. Конечно. Включились по ходу. Они не были режиссерами. Чехов окажется сильнее. А дальше начинается борьба агентуры. Российская агентура, ну все просто переполнено российской агентурой было. Американская агентура тоже. Их было намного меньше. Соединенные Штаты не сильно уделяли внимания Украине. Даже разведывательная аппаратура, она была, не была практически настроена на Украину, так как не была настроена на Грузию в свое время. Они проспали аннексию Северной, Южной Осетии и Абхазии. Они проспали аннексию Крыма. Американцы проспали. Они докладывали, ЦРУ докладывало, что аннексия Крыма невозможна, потому что за россиянами не идут полевые госпитали. Какие ребята, какие полевые госпитали? Россияне в грязи, в говне могут вообще сражаться, и никаких проблем не возникает. Какие госпитали? Кто когда заботился о госпиталях полевых? Это обнаружилось незнание американцами полностью. Во-первых, славянской души, во-вторых, менталитета России. Они не понимают менталитет, они далеки от этого. Ну, я думаю, интересно. Во многом эти уроки уже учтены американской разведкой в том числе. А я так не думаю. Возможно, и нет. Но здесь только история нам покажет. Парадоксально, как Левочкин в борьбе с Бахчевыми сумели втянуть геополитических монстров вот в этот самый украинский спектакль. Это, знаешь, как со спичками играть на пороховом складе. Но да. Тем временем, Дмитрий, вы вспоминали о том, что первопричиной этого всего стал конфликт между старыми олигархами условными и молодыми. Вот тем самым сыном Януковича. И очень важно еще то, что Янукович сделал жуткую глупость, самую большую глупость в своей биографии, когда сначала объявил курс на евроинтеграцию, на ассоциацию с ЕС, и потом после переговоров с Путиным в Сочи, после которых он слег с гипертоническим кризом, что там было, остается только гадать на переговорах, но факт тот, что пообещали деньги ему, 3 миллиарда уже. Дожидали. Да, дожидали.
И после этого он свернул курс на евроинтеграцию. Резко свернул, ничего не объяснив. Объяснив. Он объяснил группе олигархов. А, обществу, я говорю, не объяснив. А группе олигархов все-таки группе пришлось, олигархов, конечно. Значит, люди, которые присутствовали на этой встрече, их было 11. Они мне рассказали, какие аргументы приводил Янукович. Это очень интересно на самом деле. Я не уполномочен об этом говорить. Ну, в частности, он сказал о том, что мы теряем рынки сбыта, что Европа нам ничего не дает, могли бы дать нам деньги, не дают. Рынки сбыта мы теряем. Для нас свои рынки Россия закрывает, и нам конец с экономической точки зрения. Так он объяснил олигархам на этой встрече исторической за пару дней до Вильнюсского саммита. Я даже скажу, что эта встреча произошла во время дня рождения одного из моих друзей. А вот был ли на этой встрече с олигархами сын Виктора Януковича? Нет, его не было. Сейчас не было, да? Но, тем не менее, именно он будет героем нашей следующей информации, новости. Старший сын Виктора Януковича Александр намерен подать в суд на бывшего депутата Госдумы России Илью Пономарева. Адвокат Януковича-младшего уверяет, что Пономарев дал ложные показания в суде о госизмене украинского экс-президента, чем оскорбил честь и достоинство его клиента. Facebook юрист Юрий Кирасир ложью называет слова Пономарева о том, что в 2013 году именно Александр Янукович вел переговоры с руководством России о продаже украинских облигаций внешнего займа. После этого, рассказал на суде Пономарев, Янукович-младший получил $1 миллиард в качестве подкупа взамен за отказ президента Украины подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В окружении Януковича-младшего считают, что Пономарев дал такие показания по заданию Генпрокуратуры. Ну а сам Илья Пономарев надеется, что его показания в суде поспособствуют привлечению к ответственности обоих Януковичей, как старшего, так и младшего. Так или иначе, я очень доволен, потому что если они собираются подавать в суд, значит, мы наконец разберемся, куда же пошли эти, соответственно, деньги. Потому что я очень долго пытался от украинских всех правоохранительных структур, чтобы, то есть, подобное расследование было проведено до конца. Ну, раз украинские правоохранительные структуры никак не могут провести до конца расследование, то теперь, наконец-то, обозленное семейство Януковичей даст этому делу, я так понимаю, фору. Ну, вот Пономарев сейчас, да, говорит, что пускай вперед, я только за. Илья Пономарев умнейший человек, на самом деле. Я очень высокого мнения о нем, об его интеллектуальном потенциале и о том, сколько он знает. Он очень много знает на самом деле. Кстати, человек не из простой семьи. Его дедушка был кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС. Борис Николаевич Пономарев, секретарь ЦК КПСС. Между прочим, так при Брежневе, при Андропове. Вот, и папа, и мама там непростые. Он очень осведомленный человек, Пономарев. И судиться с ним со стороны Саши Януковича, который привык к общению с людьми уровня Захарченко и Арбузова, ну это глупость, на мой взгляд. Ну, слушайте, а глупость ли на самом деле? Ну, потому что если они сейчас об этом заявляют, мне вообще интересны эти заявления, да? А вот в публичной плоскости уже появляется и Александр Янукович, да? Слушайте, его не было, не слышно, не видно. Вот сейчас мы об этом говорим сейчас с вами в эфире. Пономарев, значит, тоже об этом говорит, потому что это все вышло в публичную плоскость. Неспроста ли, или это просто так вот случайно? Или, может быть, это опять какая-то комбинация сейчас раскладывается карточно? Вы знаете, я вам скажу свое мнение, я уже об этом говорил. Сейчас идет суд в Оболонском районном суде по поводу Януковича, да, и на суд приходят люди. И как бы они ни хотели скрыть какую-то информацию, может быть, как бы они ни хотели предстать и представить себя другими и свои поступки другими, правда имеет такое свойство, что она будет просачиваться. И опытные аналитики, которые внимательно следят за судом, они легко составят картину, что же произошло в Украине на стыке 13 и 14 годов. Все равно приходят люди и начинают свидетельствовать. И все равно многие из них, как мне говорило два человека, которые уже были свидетелями, мне говорят, ты понимаешь, я думаю сейчас о себе, о том, что если я буду говорить вранье какое-то, я потом буду отвечать. Да, те, кто мне давал какие-то указания по телефону или при личной встрече, они умоют руки. А я отвечать буду? Нет. Я буду говорить как есть. И они начинают говорить как есть. Обратите внимание на показания Тенюха. Там вообще страшные вещи. Прочитайте показания Тенюха. Вы имеете в виду, когда он упоминал Турчинова и Пашинского? Я имею в виду вообще все.
Я не хочу конкретизировать. Я имею в виду вообще все. Сегодня надо послушать внимательно то, что Турчинов говорит. Там тоже много правды, то, что он говорит. Там есть вещи, которые, понимаете, опять-таки, закончится суд, аналитики все это свяжут. Будет стройная картина из суда выплывать. Вы думаете, Дмитрий? Уверен, уверен абсолютно. Ну... Я еще раз хочу похвалить, пользуясь случаем, Виталия Сердюка. Ну, парень молодец. Парень просто молодец. Работает на совесть. Я думаю, что он заработает много за этот суд. Ему Янукович щедро должен заплатить, я считаю. Вот. И он такая новая поросль молодая. Он очень цепкий, активный и он очень точный. Хороший адвокат. Вопросы выстроены были действительно убийственно точно. А, Дмитрий, вот вы просто говорите о правде, что мы ее все-таки узнаем. И я так понимаю, исходя из ваших прогнозов, ну, даже скоро, вероятно, слушайте, не через лет, слушайте, там 50, но... Правду, вы говорите, мы узнаем. Да мы уже и так многую правду знаем. Знаете, вот выступал, вот смотрите, правда? выступал бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Замана на суде. То, что он оглашал, это ужас на самом деле, то, что он оглашал. Но, обратите внимание, все это вышло на сайте «Гордон» еще в 2014 году. Это была сенсация. Просто общество было не готово потреблять эту сенсацию. Сегодня, кстати, Турчинов сказал, что я дословно не берусь его слова привести, что у Замана мокрый был, там, типа, от страха, уписился или что-то он сказал, там, такого типа. Но Замана сенсационные показания дал. Внимание! Посмотрите, что говорил Замана, что говорил Тенюх. Это же сенсация. Даже то, что Коваль говорил, там просматривается целый ряд вещей. Поэтому, конечно, нас ждут еще показания очень интересные, поэтому Петр будет Алексеевич интересно. Петр Алексеевич вот придет. А помните, как говорил Черчилль, правда, это слишком большая драгоценность, чтобы отпускать ее в самостоятельное плавание, поэтому за ней всегда нужно пускать большую эскорту лжи. Просто так все устроено как в мире и как вы цитируете Черчилля свободно? Я, слушайте, люблю его просто безмерно. Но, Дмитрий, но на самом деле я просто думаю, что мы также увидим эту самую правду плавающую в нашем информационном Аня, пространстве, правду, за которой правду... будут такие нельзя ходить. Скрыть, Аня. Что Аня, вряд много ли людей, нужна эта правда. Много общества. Людей об этом знает. Да, общество уже готово к правде. Ну, невозможно, а что дальше? Невозможно а кто-то понесет ряд вещей скрыть в нашем мире. Слушайте, это вот, будет что, эшафот народный такой? Это, смотрите, я не понимаю, как это будет. Смотрите, я вам приведу пример. Вот можно о своей любимой стране России, в кавычках любимой. Вот смотрите, какой ужас, да? Россия, которая все время говорит о том, что нас там нет, да? Их нет на Донбассе, их нет в Сирии, нигде. Да? Вот дайте мне одну минуту буквально. Вы поймете просто, что такое в сегодняшнем современном мире, глобальном мире новых информационных технологий, вообще новом меняющемся мире, что такое правда, как она пробивается. Вот Россия говорит, нас нигде нет. Организовывает частную военную компанию. У них несколько частных военных компаний. Одна из них «Вагнер», очень крупная называется. Что такое ЧВК, частная военная компания? Они берут ребят, вербуют их, военных. Солдаты удачи, да. Солдаты удачи, да. И отправляют в горячие точки. То они их на Украину массово отправляли, теперь они в Сирию. Значит, внимание, Путин уже раз третий говорит, мы вышли из Сирии. Вот это вот тоже врун такой. Он постоянно выходит из Сирии. Постоянно. Причем это обставляется красиво. Мы выходим, вышли, нас там нет. Раз эти ребята пошли захватывать какой-то нефтеперерабатывающий завод. Там же еще бизнесовые интересы начинаются. Пошли захватывать. Американцы задают вопрос россиянам. Это ваши? А россияне говорят, наших там нет. Мэтис говорит, министр обороны, но они же сказали, что их там нет. Американцы высокоточным оружием херачат по ним. И сейчас вот непонятно сколько трупов. По некоторым свидетельствам больше 200. По некоторым больше 300, непонятно сколько россиян вот этой из частной военной компании «Вагнер» положили. Да, значит, многие из них прошли Донбасс. Опять-таки, соцсети, невозможно скрыть, появляются фотографии. Вот это такое-то, он прошел Донбасс, мы с ним там познакомились, он сейчас погиб в Сирии. И оп, появляется жена одного из них. Значит, вот такой парень был, Станислав Матвеев. Полминуты буквально. Появляется жена Станислава Матвеева, Елена.
показывают дом их, в котором они живут, в Асбесте, Свердловской области. Нищета просто. Парень пошел за деньгами. И она говорит, вот я цитирую. «Их, как свиней, отправили на убой. Хочу, — говорит она, — чтобы правительство отомстило за них». Слышите? Она еще хочет, чтобы правительство за них отомстило. То есть отправили в очередной раз, бабы еще нарожают, отправили, как свиней, на убой. Без опознавательных знаков. Нас же там нет. А все это... И государство типа руки умыло. И все. И смотрите, и наружу все вылезло. А теперь Юрий Бутусов, прекрасный журналист, я считаю, он пишет. Сколько, вот я цитирую, длилась бы война, если бы с колонной Стрелкова-Гиркина поступили бы так же, как с колонной Вагнера? Почему, я спрашиваю украинских наших кормчих, наших вождей, почему колонне Стрелкова-Гиркина дали возможность под открытым палящим солнцем идти из Славянска? Какое счастье! Они ушли из Славянска, мы их выбили из Славянска. Они идут по степи, знаете, в Донецке степи, в Донбассе степи какие идут по степи. Открыто, с танками, куча людей перемещаются в Донецк, и никто их не атакует. И самолеты взлетают, говорят, дайте нам приказ работать по ним. Нет, приказа нет, садят назад самолеты. Ну, вот предатели, негодяи, российские агенты, вот кто нами руководит. Это решение, я думаю, пока это останется среди белых страниц истории, так и не заполненных. Может быть, когда-то мы узнаем ответы на эти вопросы. Суд сегодня избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Судья отпустил чиновника на поруки. Непосредственно поручителем выступил народный депутат Дмитрий Голубов, член парламентской фракции блока Петра Порошенко. Прокуроры, отмечу, просили для Труханова ареста с возможностью внесения 50 миллионов гривен залога. Обвиняют одесского градоначальника в нанесении ущерба бюджету города. Во время избрания меры пресечения Труханову под зданием Соломенского районного суда столицы произошли столкновения. Как уточнили в нацполиции, в результате инцидента один силовик получил пулевые ранения ног. Также есть и другие пострадавшие. Конфликт начался с задержания двух неизвестных. Правоохранители применили слезоточивый газ. Радикально настроенные лица потребовали освобождения их людей. Далее в давке услышали звуки, похожие на выстрелы. Ну и напомню, мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана задержали в среду, 14 февраля. Обоих подозревают за владение имуществом путем злоупотребления служебным положением. По словам пограничников, они выполнили поручение Национального антикоррупционного бюро. Задержали мэра Одессы в аэропорту Борисполь сразу после прилета из Варшавы. А уже детективы НАБУ сами вручили ему подозрение. По тому же сценарию тоже в Борисполе накануне задержали заместителя Труханова Павла Вугельмана и его пограничников. Пограничники передали сыщикам НАБУ по возвращении из Израиля. В самом бюро объяснили, задержание связано с расследованием дела о покупке Одесской мэрии здания завода «Краян». Сейчас к нашему эфиру присоединяется депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий. Александр, мы вас приветствуем. Вечер. Да, Александр, я ведь не ошибаюсь, вы представляете фракцию «Доверяй делам» в городском совете. Да, прекрасно. Можете нам тогда пояснить, что будет происходить далее в Одесском городском совете, в частности, по этому делу, потому что уже адвокат Геннадия Труханова заявил, что сам Геннадий Труханов сегодня отправляется обратно в Одессу, завтра приступает вновь к выполнению своих обязанностей, и завтра, мол, должна быть сессия Одесского городского совета. Будет ли завтра эта сессия, и какие вопросы будут рассматриваться? Ну, прежде всего, учитывая то, что сегодня на дворе у нас начало нового хозяйственного года, финансового года, эта сессия остро необходима и важна для города, для обеспечения его работоспособности, его хозяйственной деятельности. Поэтому сессия необходима была еще давно. Учитывая то, что сегодня было в Соломенском суде, это, в принципе, то, чего ждали уже давно не только одесситы, но и в целом вся Украина. Это тот процесс, который начался и который должен привести к своему, прийти к своему логическому завершению. Я думаю, что на сегодняшний день все заинтересованы, все стороны заинтересованы в беспристрастном разбирательстве в данном вопросе, который уже так много, как говорится, большое количество времени уже в течение месяца будоражит просторы украинских медиа. Александр, а возможно ли вот здесь как раз беспристрастное объективное рассмотрение этого вопроса? И что вы, в частности, думаете по вот так называемому делу Краяна?
В итоге были какие-то нарушения, когда цена сперва занижалась, потом завышалась, как на этом настаивает следствие. Вы здесь видите коррупционные факторы? Вы знаете, я все-таки оставил бы все вот эти моменты на рассмотрение именно тех следственных органов и правоохранительных органов, которые имеют право давать оценки. Мы все-таки сами живем в правовом государстве. Но у вас же есть все-таки свое мнение, как у депутата Одесского городского совета, поскольку именно горсовет принимал это решение? Смотрите, я хотел бы еще раз настоять на том, что я не являюсь оценщиком. Я не человек, который, и точно так же, как большинство депутатов Одесского городского совета, мы выбираем стратегию развития того или иного направления в городе. То, что такой центр назрел давным-давно, это важно и необходимо было для горожан. Вся материальная и финансовая составляющая, а также юридическая подноготная, это те материалы, которые готовились исполнительными органами Одесского городского совета. И они должны в полной мере нести ответственность за ту документацию, которую они готовили и согласовывали. Угу. Хорошо, Александр, и все-таки, что касается судьбы господина Труханова, вам известно, будет ли он завтра возглавлять сессию городского совета? Учитывая то, что он является действующим мэром, кто как не он должен возглавлять и вести сессию Одесского городского совета. Просто учитывая, что последние полтора месяца его не было на работе. Вы, наверное, сегодня наблюдали, так много было телеканалов сегодня в судебном заседании, и все видели в режиме онлайн проходившее заседание. И четко и понятно было, была вынесена ухвала суда, которая позволяет ему приступить к исполнению своих обязанностей в полном объеме. Хорошо, Александр, тогда еще один момент. Известно ли вам, как будут далее строиться отношения в большинстве в Одесском городском совете, вот учитывая, что большинство, если я не ошибаюсь, составляет партия «Доверяй делам» плюс блок Петра Порошенко, вот этот конфликт, вот эта ситуация вокруг Геннадия Труханова, не омрачит ли существование большинства? Вы знаете, я хочу вас или обрадовать, или расстроить, но у нас в целом из 62 депутатов, у нас практически каждый вопрос проходит с кворумом голосования порядка 53-56 человек. Поэтому у нас очень динамичное большинство в городском совете, и достаточно прагматичных и правильно настроенных депутатов, которые заинтересованы в том, чтобы город развивался и процветал. Поэтому большинство вопросов действительно принимаются, так скажем, стабильным большинством, потому что они имеют под собой достаточно веские аргументы для того, чтобы быть важными в принятии для развития нашего города. Поэтому говорить о каком-то таком текущем большинстве или говорить о какой-то политической составляющей этого большинства, я, к сожалению, вам не говорю, потому что и не могу сказать, потому что большинство формируется на каждой сессии, под каждый вопрос. Александр, тогда последний вопрос, просто чтобы понимать ситуацию. Вам что-то, ну вот вам, как представителю Одесского городского совета, как представителю фракции «Доверяй делам», может быть известна некая кулуарная информация, потому что вот в СМИ уже достаточно активно обсуждается возможное существование неких кулуарных договоренностей вокруг судьбы господина Труханова. И, мол, если бы не было таких договоренностей, то он бы и не вернулся в Украину так быстро, и так далее, и так далее. Вам что-то известно? Есть такие кулуарные договоренности или нет? Заявляю вам со всей ответственностью. Я никаких планов или никаких договоренностей, и тем более о них, никогда не знал, не знаю. Я еще раз повторяю, мы живем в правовом государстве, в правовом государстве мы должны жить и следовать букве закона, только так. Понятно, Александр, спасибо вам за ваши комментарии. Будем надеяться, действительно будем жить в правовом государстве. Депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий, представитель фракции «Доверяй делам», это фракция как раз Геннадия Труханова. Мне кажется, что вот когда сейчас господин Иваницкий говорил о том, что мы живем в правовом государстве, это была, знаете, как положительная аффирмация. У нас сегодня по восточному календарю Новый год, поэтому, говорят, нужно заряжать свое жизненное пространство и будущее позитивными вещами. Наверное, это было из этой серии. Дмитрий, потому что я как раз хочу вас спросить о том, живем ли мы в правовом государстве. Труханов выйдет, говорят некоторые, обязательно выйдет, потому что ГПУ и суд наш – это дно.
Кто-то говорит, он выйдет, потому что дно – это НАБУ. Они мастера открытых и недоведенных до конца логического отдела. А мы сейчас видим, что СА попросил арест Труханова с выходом под залог в 50 миллионов гривен. Все успешно, так, по сценарию мы видим, реализовано пока. Теперь что? Дело будут рассматривать так же долго, как дело того Януковича, о котором мы с вами говорили так долго. Пока истеблишмент не уйдет на пенсию нынешний. Вообще, как вы это видите? Как будет развиваться это все? Как я понимаю ситуацию? Одесса является одним из самых богатых городов Украины, если не самым богатым, в силу портов, в силу таможни, вообще в силу того, что там живут яркие, предприимчивые люди, вольный город. Одесса давно и прочно поделена между преступными группировками, вы же понимаете, что просто так никто существовать не может. Что деньги они возят в Киев. Что у каждой есть свои покровители в Киеве, которые у них берут бабки. Все просто. То по Труханову говорили, что у него российское гражданство есть, то разговоры стухли. Саакашвили, Михаил Саакашвили мне говорил, что Труханов был охранником в свое время одного из криминальных авторитетов. Вот. И что я думаю по этому поводу? Я думаю, что у нас совершенно закон не работает, закона нет. Я думаю, что это вообще удручающе, то, что происходит, как берут людей, потом за деньги освобождают, за взносы, залоги. Что сегодня устроили цирк, какой депутат от БПП подписался, да, подписался за Труханова. Справедливости ради, он и стал депутатом от БПП по округу, на котором работал господин Труханов достаточно долгое время. Ну, БПП должно как-то ответить за это. Должны они сказать, что они думают по этому поводу вообще. Не позор ли это? Стычки эти под судом, отсутствие антикоррупционного суда. Все это говорит о том, что отвратительное дно, государства нет. Над государством все издеваются. Справедливости нет, и перспектив будущего, черт побери, не видно. Вот то, что мне приходит в голову, когда я смотрю вот эти шоу. А вы говорите при этом, что БПП же должно как-то ответить. Слушайте, Дмитрий, да все честно и справедливо, что тут отвечать. Когда, помните, Голубова этого самого пытались тоже, значит, на нары как-то бросить. В далеком-предалеком прошлом, за то, что он как-то там денежки с чужих банковских карт пытался якобы там воровать, не доказано. Вот. Но его тоже взяли на поруки. Кто? Нардепы. Возврат кармических долгов, да, получается. Да, абсолютно. Но это все так получается. И вот они друг за друга платят, возвращают друг другу кармические долги. Ну, может, им как-то запретить брать на поруки там, народным депутатам, народных депутатов или чиновников. Вообще, ну вот что с этим делать? И ответственность. Ведь человек, который берет на поруки того или иного подозреваемого, он ведь не несет никакой ответственности де-факто за него. Понимаете, что самое страшное? Что вот эти антисправедливые решения, они порождают хаос в стране. Они говорят о том, что ну раз они там так, значит и мы так будем. Эта безнаказанность, она ведет к поголовному хаосу. Я считаю, что хуже для Украины сегодня ничего не может быть, когда нет ощущения справедливости, ощущения того, что закон главенствует в стране. Ужасно, ужасно это все. Ужасно, честно. Это самое страшное, что может быть. То есть... Во-первых, ломаного гроша ни за кого дать нельзя. Во-вторых, преступники не будут сидеть в тюрьме. А в-третьих, бабло правит миром опять. Полный рост причем. А что делать людям? А люди, знаете, как голосуют? Люди берут и уезжают. Как сегодня Евгений Кузьменко написал, прекрасный журналист из «Цензора», написал, что да, после того, как Голубов взял Труханова на поруки, еще сколько-то там человек покинет Украину. И это приговор. Это приговор стране. Знаете, так вот, вообще, конечно, если бы Голубов не взял на поруки Труханова, то эти люди не покинули бы Украину. С каждым таким случаем усугубляется мрак.
Вы знаете, я сегодня, вот казалось бы, победила Алена Савченко, да, девочка украинская, 34 года, и это пятые Олимпийские игры, она с партнером французом, они стали олимпийскими чемпионами в парном катании, в фигурном катании. Сейчас подумают, что украинская. Девочка Алена Савченко, которая жила в Обухове, Киевской области, и которая вынуждена была уехать из Украины, потому что Украина ей ничего не давала, не развивала ее и так далее, она уехала в Германию, и она принесла золото немцам и совершила подвиг в 34 года на пятой Олимпиаде, вопреки всем прогнозам, отставая от лидеров. Посмотрите, вот украинка Алена Савченко. Это еще одно свидетельство приговора нашей стране. Это еще одно свидетельство, что Украина не держит хороших людей, которые могут ее прославить, не создает для них условий, а занимается самоуничтожением. И то, что мы видим, вот эти процессы над Трухановым, то, что мы видим, вот эти заявления в суде по Януковичу, это огромная цепь самоуничтожения Украины как государства, которую, конечно же, стимулирует Россия, потому что эти люди, которые оказываются тут у руля, они не просто так появляются, я уверен в этом абсолютно, тем более знаю много вещей о них. И знаете, вот разводишь руками, вот мы сидим, комментируем это все. А что комментировать? Кошмар. А что делать? Кошмар, вопрос. Тупик. Просто, ребята, когда... тупик. Кошмар. Дим, ну вы просто когда говорите, что вот это о внешнем вторжении, агрессоре, мы вас сейчас, слушая, понимаем, что не нужно никаких здесь внешних усилий. Нет, нет, потому не что нужно. Само рассосется, да, и исчезнет. Вот конечно. С такими темпами и при такой программе самоуничтожения, которую вы сейчас описываете. И вот этой негативной фильтрации, когда наверх попадает все самое ничтожное, негодное. Смотрите, и дурно пахнущее. Смотрите, вор на варе, а вор на варе и ни один не сидит. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что, ребята, можно воровать, но воруйте по схеме. То есть вы берете себе и не забудьте наверх. Да. И все. А если вы сядете, то вы же и отмажетесь. Смотрите, ни один не сел. Заплатите еще и отмажетесь. С вас снимут, конечно. Эти громкие процессы Розенблата, Полякова. Вот. Розенблат уже потерпевший, насколько я понимаю. Нет, он потерпевший по одному из эпизодов, когда его задержали в самолете. Помните тот момент? Вот по этому эпизоду суд признал его потерпевшим. Все издевательство. Вот я смотрю, он у вас часто в эфире канала бывает. Ему бы посидеть тихо, не появляться. Я, если его встречу, я ему скажу, вы бы тихо посидели, не появлялись. Понимаете, я бы ему еще... Юрия Луценко, это звучало бы угрожающе. Я бы еще один ему совет дал. Не провоцируйте антисемитизм в стране своим появлением в эфире канала. Может, я жестко говорю, но я так думаю. Потому что появление Розенблата в эфире каналов провоцирует вспышку антисемитизма. Это я вам как еврей говорю. И все-таки вот давайте. Я к Розенблату обращаюсь сейчас с экрана. Сидите дома, не ходите на каналы. Вы плохо влияете на людей. А теперь вы уже понимаете, Дмитрий, что вы этим обращением стимулируете его приход на канал, потому что мы, исходя из стандартов журналистской этики, будем вынуждены ему дать возможность вам ответить. Да и он захочет наверняка объясниться. Стимулируйте. Дмитрий, ну на самом деле просто то, о чем вы сейчас сказали, вот все, что вы сейчас сказали, наверное, это как раз-таки и причина того, почему к нам так жестко относятся наши соседи. Почему они позволяют себе говорить с нами в таком тоне, как они позволяют и так далее, и так далее. Мы к этой теме сейчас плавно подберемся через новости. У нас новости одной строкой очень кратко. Итак, военная авиация России провела в четверг условные пуски крылатых ракет в сторону Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице воздушных сил украинской армии. Как говорится в сообщении, истребители и бомбардировщики Российской Федерации осуществляли вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейская и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины. Ну а российские пограничники свернули часть своих блокпостов вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом. Эту информацию нашему телеканалу подтвердил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян. Утром посты сняли вблизи пунктов пропуска Каланчак и Чаплинка, а накануне напротив Чангара. Ну а закон, который в частности запрещает пропаганду так называемой бандеровской идеологии, президент Польши отправил на экспертизу в Конституционный суд. Об этом сообщили в администрации Анджея Дуды. Накануне документ обнародовали в правительственном вестнике. Следовательно, закон должен вступить в силу 1 марта. Ну и стучите.
и вас услышат. Власти призвали поляков, живущих за рубежом, сообщать об антипольских заявлениях. Обращение появилось на сайтах посольств страны. В частности, в письме глава польского сената Станислав Карчевский отмечает, цитата, «Много лет поляки сталкивались с противоправной, несправедливой, ложной фразой «польские лагеря смерти» и обвинениями поляков в соучастии в Холокосте. Этот факт оскорбляет достоинство и национальную гордость поляков. Прошу документировать антипольские высказывания, несправедливые формулировки и мысли и отвечать на них. Прошу сообщать нашим посольством, консульством и почетным консулам о клевете, которая порочит доброе имя Польши». Конец цитаты. И сейчас к нашему эфиру присоединяется политолог-международник Олег Волошин. Олег, мы вас приветствуем. Добрый вечер. Знаете, при чтении этой цитаты мне вспомнилась нетленка у Довлатова, что мы, конечно, можем без конца ругать товарища Сталина и, разумеется, за дело, но кто-то же написал 4 миллиона доносов. Вот получается, что Варшава сейчас официально призывает поляков писать доносы, и если да, то чем это чревато для украинских политиков, которые себя, в принципе, сейчас даже в выражениях относительно Варшавы особо не стесняют? Ну, я, опять же, позволю себе просто так попытаться регулярно, господин Гордон в эфире, и я как бы слушаю часть эфира, не, во-первых, я на 99% согласен с тем, что он сказал, особенно в части того, что откровенно бессовестные коррупционеры с еврейскими фамилиями, к сожалению, действительно провоцируют антисемитизм, который, ну, скажем, после Майдана в Украине, ну, фактически стал моветоном, и это было, ну, помните, это все там, эти же добандеровцы и так далее, все эти шутки, но они были добрыми и демонстрировали, что впервые за многие годы в Украине стало немодно, скажем, валить что-то на евреев. А сейчас, к сожалению, когда люди без стыда и совести при этом умудряются верить еврейскую фамилию, но действительно правильно, если бы на эфиры не ходят, либо свою фамилию поменяют. Но если говорить о поляках, то, конечно, очевидный исторический факт, который отрицать совершенно невозможно, а то, что отдельные поляки, точно так же, как отдельные украинцы, отдельные русские, белорусы, литовцы, латыши, участвовали в Холокосте. Потому что 90% подразделений, которые осуществляли уничтожение евреев, состояли из местных жителей. Большинство немцев были на линии фронта. Более того, в Кельце, например, в небольшом городке в Польше, погром еврейский с убийствами евреев состоялся в 1946 году, уже после войны, и убивали там тех несчастных, которые выжили в Освенциме. Поэтому, конечно, с одной стороны, как я вот на эту тему общался с польскими депутатами, которые инициировали этот закон, с одной стороны, конечно, говорить о том, что польский народ в целом причастен к Холокосту, это, конечно, ну, мягко говоря, преувеличение, это неправда, это ложь. Поляки, наверное, среди тех, кто более всех пострадал от нацистов. Но говорить о том, что поляки белые, пушистые, святые, это абсолютный абсурд. То есть даже как и говорить, что так же, как и отрицать, что украинские националисты, например, участвовали в расстрелах в Бабинге. Да, украинские националисты там и расстреливали, а некоторые участвовали в расстрельных командах. То есть, Олег, правда, да, заключается в том, что святых народов нет. И когда сегодня поляки, польская власть пытается заявить о том, что они жертва, а все остальные вокруг плохие, то это, на самом деле, очень напоминает риторику как раз некоторых наших сограждан, которые точно так же винят во всех исторических бедах кого угодно, кроме самих украинцев. Так вот, относительно наших сограждан, нашим согражданам, чем грозят вот подобные доносы? У нас политики в эфире очень много резких, порой даже не очень лицеприятных слов говорили в адрес Варшавы, в адрес польской власти. Это еще закон в Польше не вступил в силу. Если он вступит в силу, если поляки, живущие в Украине, начнут отсматривать эфиры украинских телеканалов, отслушивать эфиры украинского радио, отслеживать, в конце концов, заявления в Фейсбуке и так далее, и сообщать об этом в польское посольство, в польское консульство. Чем это все будет грозить украинским политикам? Слушайте, или ничем? Тут важно самим не позволять себе как бы впадать в эту манипуляцию. Вот этот нашумевший закон, точнее поправки к уставу, имеющий статус закона Института национальной памяти Польства, он состоит из двух частей. Первая часть, основная, это там, где есть попытка искусственно отрицать и ввести даже ответственность за даже обвинение поляков в причастности к Холокосту. Я, честно говоря, может быть, я ошибаюсь, но я не слышал, к сожалению, чтобы в украинских эфирах кто-либо из украинских политиков говорил о том, что, ребят, давайте покайтесь, на самом деле мы все в чем-то виноваты, все народы
Европы были причастны к этому самому страшному преступлению 20 века. И давайте как бы вместе жить и дальше, рука об руку, и как бы чествовать праведников мира, которые сосали евреев, и осуждать тех, кто их убивал или сдавал их нацистам. А вот по этому пункту не было обвинений. А были обвинения по поводу бандеровцев. Так вот, как раз значительная часть тех, кого поляки в этом законе, это вторая часть закона, назвали украинскими националистами, они сами участвовали в вереских погромах. А тот же Шухевич и его подразделение, пришедшие 30 июня 41 года во Львов. Вот если бы украинские патриоты были чуть-чуть поумнее, то они бы критиковали бы, ну, скажем, тех, кто себя называет такими, ура, патриотами, они бы критиковали Польшу именно за попытку выгородить собственных националистов. Ни в одной нормальной западной стране национализм не является чем-то, чем гордятся. Как говорил Франсуа Миттеран, национализм – это война. Сегодня в Западной Европе назвать себя националистом – это бросить вызов всей системе. А у нас, наоборот, мы игнорируем полностью вот эту составляющую, связанную с польскими националистами, замечаем только аспект, связанный там, с Бандерой, Шухевичем и прочим, и кричим, какие плохие поляки. И еще при этом почему-то рассчитываем на симпатию Израиля, в котором, кстати, между прочим, к Бандере и Шухевичу относятся намного даже хуже, чем в Польше. Ну, мы помним выступление израильского президента в Украинской Верховной Раде. Олег, смотрите, буквально короткое уточнение на полминуты. Сейчас министр иностранных дел Польши заявил о том, что Конституционный суд Польши, который должен согласовать этот закон об Институте национальной памяти, он, мол, может учесть украинские замечания и в этом плане сгладить документ. Но как вы считаете, может ли действительно здесь Конституционный суд Польши принять решение уже после согласования на всех уровнях польской власти, особенно учитывая, например, критику Брюсселя по поводу независимости судебной власти в Польше? Я думаю, что Конституционный суд Польши, и там, я надеюсь, он до сих пор еще является относительно независимым органом, каким он был там еще пару лет назад, хотя сейчас при нынешней власти команды Качинского там очень сильно зажимают суды и вообще независимое правосудие. Так вот, я очень надеюсь, что суд разъяснит, что, скажем, научные исследования, творческие какие-то постановки, спектакли, где демонстрируются, скажем, и в том числе, что украинские националисты боролись, например, с советской властью, боролись отчасти там на последних этапах войны и с нацистами, и в том числе, что поляки некоторые тоже были причастны к Холокосту, что все это будет легитимизировано, разрешено, и речь будет идти, как мне говорили польские депутаты, что мы против огульного оправдания всех украинских националистов, то есть, грубо говоря, если завтра кто-то выйдет с портретом Бандеры, то его за это арестуют, да, в Польше. И с другой стороны, что мы против огульного обвинения всех поляков в Холокосте. Вот это Конституционный суд может сделать. Но я глубоко убежден, что в стране, у которой до сих пор живы люди, чьих дедов, бабушек убивали, резали на Волыни, которых 40 тысяч там убили, украинские националисты, в этой стране невозможно себе представить ситуацию, при которой Шухевич или Бандера будут восприниматься позитивно. Понятно. Олег, спасибо вам. Услышали ваше мнение. Олег Волошин был с нами на связи, политолог-международник. Ну и в этом контексте, в контексте всех сложностей, которые у нас последние время возникают в отношениях с нашими странами-соседями, хотелось бы обратиться с вопросом к нашим зрителям. Вопрос, в принципе, простой. Были ли вы за границей? Да или нет? Голосуйте либо по телефону, если были за границей, 0800-306-112, если не были за границей, 0800-307-112, ну и, конечно, можете голосовать на нашем сайте 112.ua. Но я надеюсь, ты не будешь у Дмитрия Гордона спрашивать, был ли он за границей. Я уверен, что Дмитрий был. Да, это мы знаем, Дмитрий у нас путешественник еще тот. Дмитрий, что есть вам сказать нам по поводу вот этих самых наших с Польшей взаимодействий? Потому что говорят, видите, не на камеру, а так вот в приличном общении Волошину, депутаты польские, что мы как раз от крайности хотим уйти, мы против огульных обвинений, против огульных оправданий. Но то, что мы слышим в публичной плоскости, как раз-таки говорит об обратном. От крайности никто не хочет уходить, наоборот, в них углубляются, да нельзя. А кому верить? Или никому? Да. Я считаю, что, во-первых, нужно понять, усведомить, плохих народов нет. Нет плохих народов. Есть отдельные представители народов, являющиеся плохими людьми. Следующее, что очень важно, хватит воевать с прошлым. Нужно сражаться за настоящее и будущее. Война истории, она ни к чему хорошему не приведет. Потому что в истории у любой страны были и победные страницы, были и позорные страницы, от которых любая нация хочет спрятаться и не вспоминать об этом.
Зачем копаться в том, что было? Исходя из этого, сегодня нужно немцев клеймить. Ну, вон они что устроили, казалось бы. Да-да, дурманили целую нацию. Вон что устроили. Исходя из этого, сегодня, слушайте, можно вспоминать, вы об евреях заговорили, как американцы развернули два парохода с евреями, которые уже подплывали к Америке, чтобы не портить отношения с немцами. Ну что, и это вспоминать? Да вспомнить можно все, что угодно. Нужно заниматься экономикой, Украине прежде всего. Экономикой сегодняшним днем. Быть привлекательными для инвесторов, для возвращения украинцев, которые в той же Польше находятся в массовом количестве, миллионы. И я вам скажу еще одну вещь. В Российской Федерации миллионы украинцев находятся. И сегодня информацию я видел, что поезд Киев-Москва самый прибыльный состав из всех в Укрзалезнице. Это очень важные цифры. Теперь смотрите, я считаю, что президенты Украины и Польши, еще раз подчеркну, президенты Украины и Польши должны собраться вдвоем и провести диалог примерно такой. Дорогой, дорогой, давай делать совместное заявление, давай закрывать эти страницы взаимных претензий, это путь в никуда. Этому рада только будет Москва, больше никто. Да, были плохие страницы и у нас, и у вас были плохие. У всех они были, а кто без греха? Ну давайте скажем, ребята, перелистнули мы их и живем дальше. И строим дружеские отношения между новой Украиной, новой Польшей, новой Венгрией. Ну зачем мы плодим себе врагов? Понятно, что по отношению к нам себя многие плохо ведут. Те же поляки, ну есть перегибы, черт побери. Я не хочу сейчас углубляться в эти вещи, но есть перегибы. У всех они есть. У всех есть. Но два президента должны сесть и выйти с обращением к своим нациям и сказать: дорогие украинцы, дорогие поляки, все в прошлом. Потому что, ну, уже заявления по Богдану Хмельницкому пошли. Ну, зачем это сейчас все? Дмитрий, ну, вы же понимаете, что почему пошли заявления по Богдану Хмельницкому-то, собственно говоря? Ну, вероятно, для того, чтобы с Израилем все-таки подружиться и сказать, вон кто вырезал евреев, вон хуже Хмельницкого нет человека. Отвести внимание от себя, вы же помните, да, у Израиля были претензии очень существенные к Польше после этого антибандеровского так называемого закона. Что тут конфликт с Украиной? За счет него Украина не страшно с ней поссориться, с ней не страшно поругаться. А вот с Израилем страшно. Поэтому мы о Хмельницком вспомним, и еще о ком-то вспомним, и еще о ком-то. Поэтому, конечно, они будут так делать, Дмитрий. Я считаю, что надо заканчивать заниматься самокопанием в истории. Тем более, эта история очень... она же неправдива. Ведь никто не может сказать, что у него есть монополия на правду историческую. Ведь я, например, не верю ни одному учебнику истории, ни одному. Я не верю тем, кто пишет в них, я не верю фактам, которые якобы излагаются. Я не верю, я знаю, как это все лепится, как мифы рождаются. Но мы все это наблюдаем последние несколько лет. Я одному известному писателю сейчас российскому рассказываю, говорю, слушайте, ну до какого бреда вы доходите, если вы снимаете фильм о 28 героях-панфиловцах, фильм снимаете большой, а перед этим вы же говорите, что да, мы посмотрели в архиве, не было 28 героев-панфиловцев. Ну вот мое детство все прошло, их было только 28, а позади была Москва, да, как там говорил их политрук Клочков, «Велика Россия, отступать некуда, за нами Москва». Ну все это придумано, у придумки есть... Тот, кто это сделал. И своя это, цель. Это да, главный редактор газеты «Красная звезда» Ортенберг. Это его придумка для того, чтобы поднять патриотизм. То есть история построена на мифах. Давайте, будучи умными людьми, образованными и глобальными уже, не становиться жертвами мифов. Хватит говорить о прошлом. Прошлое туманно. Недалекое прошлое туманно. Вон суд над Януковичем идет. Не можем понять, что было 4 года назад. Понять не можем до сих пор. А мы еще туда, к Богдану Хмельницкому нырнули. Да там вообще неразбериха была. Там писали историю, как кто хотел. Ну, поляки нырнули-то, да. Ну, это поляки, да. Мы... Не имеет значения. Имеет значение сегодняшний день. Надо сказать, поляки, давайте дружить. Забудем про то, что было тогда. Конечно, резали. И вы резали, и мы резали, и нас резали. Всех резали.
Всех резали. Ну, такое время было. Но если так сказать, то придется заниматься экономикой, как вы говорите, и прочими... Так только этими надо заниматься. Да, и прочими делами, только на которые, этим. Наверное, ни энергии нет, ни желания. Но, собственно говоря, нам и энергии, и желания нужно сейчас, Дмитрий, очень много. Я имею в виду людям, там, decision-makers, в сфере ответственности которых эти важные вопросы, и не только экономические. Мы же с вами говорим о войне, мы с вами говорим о жизнях, мы с вами говорим о истории, которая сегодня пишется, да? Нам бы не о Хмельницком, действительно, о том, что здесь и сейчас происходит. И, ну вот, главная цель — вернуть всех и каждого. Украина надеется, что еще до конца февраля будут сделаны очередные конкретные шаги в вопросе освобождения украинских заложников. Причем не только из оккупированных территорий, но и из российских тюрем. По словам президента Петра Порошенко, этот вопрос стал одним из главных его телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Я обговорював конкретні деталі, списки, конкретні прізвища. Причому, які ми маємо повернути з окупованих територій, так і ті, кого ми маємо повернути з Росії. І прізвища я зараз не можу і не буду називати, тому що це зашкодить процесу повернення. Ну и прямо сейчас к нашему ефіру присоединяється освобожденный заложник Владислав Овчаренко. Владислав, мы вас рады приветствовать. Добрый вечер. Ну вот вы что нам скажете? Вот вы слышали об этом телефонном разговоре между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Вот как вы думаете, насколько важен действительно этот разговор? Честно, не могу сказать, насколько он важен, потому что все прекрасно понимают, что освобождение заложников зависит в первую очередь от президента России. И тут виднее всего президенту нашей страны сейчас, поэтому я ничего сказать не могу. Только он знает, что там в голове сейчас у президента России, поэтому надеюсь, что все будет хорошо. Вы думаете, он знает, что у президента России в голове? Ну, вот тут, да, действительно, разобраться бы. А вот скажите, ну, не будем тогда о них, действительно, здесь, наверное, скажут нам одно, а подразумевать будут другое. А вот лично вы о себе, вот расскажите нам, вот когда вас освобождали, вы когда понимали, когда у вас было понимание, знание того, что вы выйдете на свободу? Это были дни, это были часы. Вот как вы об этом узнали? Ну, я узнал, что я выйду на свободу 26 декабря. Это уже после тех событий, когда ездил в Медведчук в Москву, договаривался про обмен. То есть нас в СИЗО всех тогда вызвали, кто на обмен ехал. Мы подписали, короче, там ходатайство. И поэтому, ну, за день мы уже знали, что нас везут на обмен. Вот уже после этого... Так, а скажите, а вот по-вашему тогда, кто вот эту самую главную лепту внес в то, что это случилось, то, что оказались на свободе вы лично? Вот вы кому благодарны? Ну, я сам честно, я благодарен абсолютно всем. Я благодарен президенту Украины, я благодарен Виктору Медведчуку, я благодарен ребятам, которые выходили с маршами по поводу меня и Артема. Эти люди все, они внесли свою лепту. А Путину благодарны, Владислав? Путину? За то, что я отсидел там все это время? За то, что вас освободили? Честно, нет. Я из-за него туда попал. Я из-за него потерял свой дом, поэтому этого человека благодарить не за что. Владислав, спасибо вам большое за то, что нам есть за что благодарить вас. Вы вышли к нам в эфир, рассказали, поделились, правда, такие вспомнили моменты, мягко говоря, не самые приятные из жизни. Владислав Овчаренко был с нами на связи, освобожденный заложник. А только что, Дмитрий, ну... Да, видите как. Медведчук прозвучал. Вы говорили только что, что в голове у Путина никто не знает. Я знаю, что в голове у Путина, я вам могу сказать авторитетно, простуда у него в голове. Он заболел. И сегодня он простуду впервые, две недели лечит вообще, впервые он появился буквально несколько часов назад за последние дни на расширенном заседании Генеральной прокуратуры России. Произнес речь в звенящей тишине, речь о борьбе с коррупцией в том числе, и первые минуты сильно кашлял, и даже стал говорить тише.
Видите, так что простуда у него в голове. Вот. Что касается... Так значит, скоро все пройдет, да? Простуда же сколько? У кого? 2 недели лечится? У кого пройдет? Как бы у нас прошло, знаете? Да, да, да. Вместе с простудой. Дмитрий... Хотел гадость сказать, сдержусь. Скажите. Сдержите себя. Сдержусь. У человека простуда, а я гадости буду говорить о нем. По поводу разговора президента Порошенко с президентом Путиным. Я вам скажу честно, я вот себя поймал на мысли, дорого бы дал, чтобы послушать, как они говорят. Вот интересно, как этот процесс происходит, как говорят лидеры двух враждебных государств. Привет, Вова, привет, Петя. Или как это происходит вообще? Вот интересно, а правда? А как думаете? Думаю, так и говорят. Так и говорят? Да, думаю, так и говорят. Как дела? Что Вова нового? Супруга? Как у тебя, Петя? Да. Как здоровье да, простыло? Да. Думаю, так. Думаю, говорят так. А это нормальный формат? Он естественный? Каким он должен быть, по-вашему? Вы знаете, это сложный вопрос. То есть я понимаю умом, что должны общаться руководители стран. С другой стороны, вот как общаться с человеком, по вине которого погибло более 10 тысяч твоих граждан? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Но... Виктор Ерофеев, писатель, рассказывал мне интересную вещь. Российский писатель, известный Виктор Ерофеев, недавно 70 лет исполнился ему. Он, его отец был помощником сначала посла в Швеции Калантай, затем помощником Молотова, министра иностранных дел СССР, с 44-го года и личным переводчиком Сталина с французского языка и на французский. Он много лет работал с Молотовым, и однажды он Ерофееву рассказал, сыну своему, он говорит, а ты знаешь, что в Москве в ресторане «Арагви» во время войны велись переговоры при посредничестве болгарской делегации между Советским Союзом и Германией. Советский Союз был согласен уже на то, чтобы немцы забрали Украину, Белоруссию, часть России. И вот граница, чтобы была дальше, и чтобы Сталин руководил оставшейся территорией. А немцы говорили, не, давайте за Урал идите. То есть немцы понимали, что они не могут проглотить такую территорию, это невозможно. То есть чисто цинично шли переговоры о том, где тут миллионы людей гибнут, а тут идут переговоры. Поэтому я возвращаюсь сейчас к тому, должны ли президенты общаться. Наверное, должны. Каким тоном, черт его знает. Ну, главное, чтобы был результат здесь, конечно. Дмитрий, знаете нашу традицию, вопросы из соцсетей. Я думаю, несколько минут мы можем сейчас уделить этому, тем более, что вопросов к вам масса у наших зрителей. Напоминаю, формат максимально короткий, емкий и правдивые ответы. Очень много вопросов к вам по поводу чемпионата мира. Вы помните, вы неоднократно давали у нас в эфире прогноз, что чемпионата мира по футболу в России не будет. И вот здесь, конечно, вопросов много, потому что вот Григорий, например, пишет, жаль, я не смотрю на вопрос к Дмитрию на 200 баксов, еще актуален ли чемпионат мира 2018. И Михаил Швец пишет... Нельзя так любить деньги. И тем не менее, Михаил Швец пишет, вопрос, когда уже объявят перенос чемпионата мира из России в другую страну, если до начала турнира осталось ровно 4 месяца, и знаете ли вы примеры, чтобы турниры такого масштаба переносили в другую страну в столь короткий срок? Дмитрий, ну, я знаю пример, когда в 1979 году в декабре Советский Союз вошел в Афганистан, в июне была уже Олимпиада, в июле 1980 года была Олимпиада в Москве, и ведущие страны ее просто бойкотировали. Переносить чемпионат мира на самом деле очень нормально, удобно. Великобритания готова принимать чемпионат мира 2018 года. Вся инфраструктура есть, все в порядке. Я по-прежнему абсолютно уверен, что чемпионата мира в России не будет. Абсолютно в этом уверен. А когда об этом объявят? Не знаю, это не от меня зависит. Но все-таки не будет. Прогноз в силе. Я считаю, что нет. Просто, правда, на обеих страницах наших много вопросов, посвященных именно этой теме, именно чемпионату. Люди, правда, ждут. И я думаю, что там уже многие поспорили, да, и на тотализатор уже там, и на что угодно. Вот, исходя из ваших прогнозов. Так что, ладно, Дмитрий, мы будем ждать. Продолжаем вопросы. Николай Сергейко спрашивает у вас. Вопрос Дмитрию Гордону. Считает ли Дмитрий Ильич, что на самом деле Путин, человек транснациональных корпораций, который по их указке
рулит Россией, как им нужно, а антизападная политика Путина просто маскарад и пыль в глаза. Вот так Николай Сергейко. Это умный вопрос. Вы знаете, иногда я могу с этим согласиться. Я вам больше скажу, у меня есть мысль такая, что Путин является агентом ЦРУ, потому что он медленно и уверенно разваливает Россию. То, что сейчас происходит, это верный путь к развалу России. И то, что Путина не трогают, и то, что Путин по-прежнему продолжает ездить на Запад и так далее, не так часто, как раньше, но тем не менее, говорит о том, что да, вполне возможно и это. Вполне возможно. А Трамп все-таки не агент ФСБ? У нас тут звучали такие предположения. Я не считаю, что Трамп агент ФСБ. Я не считаю. Хотя я понимаю, что Трампа должны были вербовать по всем законам вербовки. Его должны были вербовать еще в 87-м году, когда он приехал в составе делегации в Советский Союз и жил в гостинице «Интурист» на улице Горького, ныне Тверской, стоящей на месте нынешней гостиницы «Ритц-Карлтон». Все номера в гостинице «Интурист» были снабжены специальной прослушивающей и записывающей аппаратурой. И ко всем по закону, опять-таки, вербовки, любой сотрудник КГБ СССР сейчас подтвердит мои слова, все более-менее подающие надежды богатенькие буратины, которые приезжали в Советский Союз, с ними должна была проводиться агентурная работа. Является ли Трамп агентом? Это не имеет никакого значения, потому что даже если бы он хотел как-то помочь России, у него это не получается и не получится никогда в силу демократической сбалансированности институтов руководства Соединенными Штатами. Хорошо. Есть, хорошо. Да, масса. Вопрос. Ну, Трамп от... еще, я подчеркну вопрос. Еще, Трамп, все-таки это конкурсы красоты, это женщины, а там, где женщины, там всегда там водка. ФСБ? А там, где женщины и водка, там всегда сказала ФСБ. Сказала я, там, где женщины, там ФСБ. О, Господи, значит, мне уйти. Так все плохо. К провалу. Так, Кристина Миронова пишет. Аня, я вам хочу сказать, извините, уже раз такая пьянка пошла. О, Господи, не молчите, раз такая пьянка пошла. Обратите внимание на большой скандал, который сейчас состоялся в России, когда Алексей Навальный огласил, в общем-то, показания некой девушки Насти по кличке Рыбка, уроженки города Бобруйск, Беларуси, которая, являясь проституткой, элитной проституткой, проводила время на яхте у миллиардера Дерипаски и спала не только с ним, но и с самым крутым человеком в российской внешней политике, важнее даже Лаврова, это вице-премьер-министр России Сергей Приходько, который был долгое время, более 20 лет, помощником президента в России по международным отношениям. И посмотрите, какой секс-скандал сотрясает сейчас Россию, что пытаются сделать с Навальным, блокировать его сайт, государство. А она рот открыла, это Настя Рыбка, она продолжает давать интервью, она уже рассказывает все новые подробности. Видите, а вы говорите. Ну да, здесь пишут о Рыбке, кстати. Вот вас сейчас и в Москве смотрят. Вот Андрея Кара пишет нам, что да, скандал с Рыбкой. Сразу вот сейчас пишет буквально. Да, Андрею Каре привет. Да, привет тебе. Вот пишет, что спросить у Дмитрия, не выгоден ли Путину этот скандал с Рыбкой. Да, думаю, вполне может быть выгоден, потому что Путин устал от многих своих товарищей. Он, как сказал мне Станислав Белковский, многим из них мстит за то, что пока он, как раб на галерах, отказывал себе во многом, они обзавелись огромными счетами за границей, они проводят время с рыбками, они, кстати, Дерипаску стали называть Дерирыбка, вы знаете, после этого. Они предаются всем утехам, плотским в том числе, а Путин, в общем-то, сражается как раб на галерах один, и в нем кипит негодование по поводу многих своих соратников, естественно. Поэтому, кстати, Дерипаску он не любит. Я видел мельком даже инцидент, который произошел, когда
Путин сломал ручку в гневе на Дерипаску. Дерипаска – это представитель семьи Ельцина. Там очень все сложно. Там тоже не так уж просто все. Окей. Вопрос от Кристины Мироновой. Дмитрий Гордон на прошлом эфире у вас говорил, что всегда выступает в защиту журналистов. Даже если не всегда и не во всем с ними согласен. Вопрос, где и когда он выступил в защиту холдинга «Вести», издания «Страна», телеканалов, «Незван», блогеров, журналистов и так далее. Если не выступил, то почему? Я все время говорю о том, что журналистов нельзя трогать. Это во мне говорит моя корпоративная солидарность. Я со многими журналистами не согласен. Я многих журналистов не люблю. Я многих журналистов считаю российской агентурой, которая продолжает разваливать Украину изнутри. Но я по-прежнему настаиваю на том, что журналистов трогать нельзя. Поэтому, когда любого журналиста, даже мне ненавистного, будут трогать, я всегда его буду защищать. Максим Гроссман-Слинько. Спрашивают у вас, добрий вечір, спитаєте, кого Дмитро бачить наступним президентом України? Я вважаю, що президент України должен бути у нас англійською королевою. Я за парламентську республіку. Україна не видержала екзамен на єдинолічне правління. У нас не виходить це. Я вважаю, що президентом должен бути чоловік, ніколи не бувши в обоймі нашої політичної, никогда не участвовавший в принятии политических решений. Вообще новый, желательно молодой, очень хорошо образованный, прозападный, желательно получивший образование на Западе, мне так хотелось бы, не знакомый с украинской коррупцией, испытывающий отвращение к этой порочной коррупционной системе. Но вы у нас на одном из прошлых эфиров говорили о возможном возвращении господина Кучмы. Мне об этом пишут тоже, президента. Кстати, люди. Да. Но это я говорил, это я говорил об этом. Я говорю, я по-прежнему продолжаю говорить о том, и я Леониду Даниловичу это сказал. Я продолжаю говорить о том, что я бы видел выход из ситуации, принятие парламентом решения о том, что президент у нас будет английской королевой, парламентская республика. Кучма приходит на год для того, чтобы ему стояли памятники по всей Украине. Зная механизм экономики хорошо, сделать у нас экономику и через год передать власть парламенту. Кучма одобрил ваше предложение или нет? Нет. Вот у меня просто тоже Иван Амохник спрашивает, встречались ли вы после эфира у нас с Леонидом Даниловичем, что он вам сказал, смотрел ли он эфир. Ну вот, правда, мне тоже, кстати, интересно. Леонид Данилович не готов к этому. Но это мое мнение, а это его мнение. Ну что я могу сделать? А эфир смотрел? Мне кажется, смотрел, да. Мне кажется, что это было бы сегодня идеально, потому что он построил блестящую экономику. Можно сейчас говорить все, что угодно, но такого роста ВВП, как при Кучме, у нас больше не было никогда. И это было поступательное, четкое движение. Человек приезжал к 7 часам утра на работу и работу работал. И не забывайте, что он руководил в советское время самым крупным заводом Европы. И завод, извините меня, клепал такие ракеты, которых не было в других странах мира. Поэтому я говорю сейчас об экономике. Нам нужно построить мощную экономику, чтобы все и в Крыму, и на Донбассе сказали: ребята, хотим к вам. Иначе мы их не вернем. Будем надеяться, это удастся сделать. Так, Ингвар пишет. Дмитро, скажите, як ви ставитеся до видворення Саакашвілі і чи вірите, що за ним стоять впливові люди з США? К видворенню Саакашвілі я отношусь плохо. Я против этого. Я не разделяю таких крайних мер вообще. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда президента страны, которую он успешно построил, хватают за волосы и бьют. Когда его прижимают и душат. У меня это вызывает возмущение. Я вам больше скажу. Я, когда смотрю кадры, как убивали Николая Чаушеску и его жену Елену, у меня это вызывает жуткие чувства. Я не могу на это смотреть. И убийство Каддафи у меня вызывает жуткие чувства. И казнь Саддама Хусейна у меня вызывает жуткие чувства. Не потому, что я апологет Чаушеску и Елены Каддафи или Саддама Хусейна. Нет, но это отвратительно смотреть на это. Поэтому то, как обошлись с Саакашвили, это очень плохо. Попробуйте прижучить его. Покажите, где он коррупционер, что он украл. Не получается.
Мне это не понравилось. Мне не нравится это. Мне не нравится, когда так себя ведут с президентом успешной страны, которую он построил, и с человеком, который пытается этот гадюшник расшевелить. Мне это не нравится. Все-таки влиятельные люди стоят или нет из США? За Саакашвили? Да. Я думаю, что, безусловно, за ним стоит целый ряд влиятельных людей и спонсоров в том числе, потому что я всегда справедлив, и ездить по Украине, устанавливать цены и содержать какой-то штат, на это все нужны деньги, значит, деньги кто-то дает. Но деньги с воздуха не падают, кто-то их дает. Поэтому, конечно, кто-то за ним стоит. Но опять-таки он буйный, и он, давайте, ну, ущучьте его, ну, покажите, где он украл что-то, коррупцию покажите. Не могут коррупцию, черт побери, показать. Ну, так поддержка вот этого там Запада, коллективного, условно его назовем, штаты, не штаты, она будет сейчас проявлена в этой ситуации? Я не считаю, что Саакашвили поддерживает Запад. Я считаю, что его поддерживают отдельные круги на Западе. И я скажу, почему не поддерживает Запад его. Потому что во время конфликта российско-грузинской войны Запад однозначно говорил ему, как и нашим руководителям, не ввязываться, уступать, уходить. А в конце концов и вертолет предлагали, чтобы забрать его. Он на это не пошел. Он оказался более патриотом Грузии, чем наши оказались патриотами Украины. И этим он мне нравится. У него есть целый ряд положительных черт, которые мне нравятся. И я не собираюсь говорить на черное-белое, а на белое-черное. Ну, мы помним план Саркози, да, все эти дела. Дмитрий, значит, да, все, уходим от Саакашвили. Да, да. Потому что, ну, правда, есть еще вопросы? А хрен вы от него уйдете. А это не наша проблема, это проблема власти, пусть будут. Это правда. Значит, тогда, простите, просит у вас Зенон Шараневич, наш зритель, постоянно подытожить все-таки дело Труханова и сказать четко, это игра, отвлекающий маневр или борьба кланов? Я думаю, что это игра и борьба в то же время. Сейчас будут трусить Труханова. Хорошие слова. Трусить Труханова. Ну как, на деньги разводить? Вот мы тебя сейчас, или ты дашь деньги, или задержим. И, наверное, будут увеличивать долю поступлений от Одессы сюда. Это все коррупционная возня. Она настолько противна и настолько не нова, ничего нового здесь нет. Сейчас Труханов за то, чтобы волю ему дали и так далее, будет раскошеливаться, будут раздевать его потихоньку. А Олег Сластенов спрашивает. Вопрос Дмитрию Гордону. Он говорит, что все 26 лет русские руководили нашей армией и так далее. А какими президентами, помимо Януковича, руководили россияне? Что вы думаете о телефонных звонках нынешнего президента Путина? Ну, по звонкам вы уже говорили свое мнение. Я точно знаю, что ни Леонидом Кравчуком, ни Леонидом Кучмой, ни Виктором Ющенко россияне не руководили. Я это точно знаю. Это были украинские президенты, которые лавировали, которые маневрировали, которые ошибались, которые в нужный момент собирались. Вспомните события на косе Тузла, когда Кучма решительно себя повел. Вспомните ситуацию с крымским кризисом 1994 года, когда Кучма решительно себя повел. И Ющенко очень тверд был, и Кравчук. Это три украинских президента, я считаю, которые... Да, они ошибались, они живые люди, но они украинские президенты. Ну, я думаю, на этот раз с вопросами Дмитрию Гордону мы из соцсетей все. Есть у нас еще тема, которую хочется обсудить. Буквально пара минут остается, поэтому воспользуемся этой возможностью. Итак, во Львове только на украинском. Львовский городской совет обязал всех работников сферы обслуживания разговаривать с покупателями исключительно на государственном языке. Переходить на любой другой только по просьбе клиента. Распространяются запреты на все ценники, рекламу, вывески, афиши и меню. При необходимости они могут дублироваться на иностранном языке. Следить за использованием украинского обязали муниципальную стражу, которая может накладывать на предпринимателей штрафы в размере от 17 до 170 гривен. При повторном нарушении максимальная сумма штрафа составит 459 гривен. А, Дмитрий, вам это и комментировать. Вы поддерживаете или не поддерживаете? Да, я считаю, что ничего страшного в этом нет. Почему бы во Львове всем не говорить по-украински? Кстати, Львов очень монокультурный город. Многие говорят и по-русски, и по-польски, никаких проблем нет. Вы знаете, опять-таки, экономикой надо заниматься. Если в Украине будет привабливая экономика,
Приїдуть сюди дончани, приїдуть кримчани і будуть розмовляти українською мовою, якщо так буде краще для їхнього власного такого споживання, становлення, да, становлення і так далі. Життя, так? Треба людей привертати до себе успіхами в економіці, а не заявами рад якихось місцевих. Чи хто буде ці штрафи брати? Я бачу штрафи. Хто буде брати їх? Яка муніципальна стража? Прошу ви. Масово. Слушайте, мы решили, что Facebook все, а Facebook решил иначе. Вопросы продолжают сыпаться. Просто я, извините, блиц, давай очень тогда. Личные его тогда озвучим, которые вот такие прям совсем-совсем. Тарас Солоненко. Будь ласка, Дмитро, скажите, какие идут справы стосовно позову в суд на Бориса Корчевникова? Рухается, чи стоит на месте? Еще одне, после его интервью с Оленой Бондаренко на российском ток-шоу 60 минут Дмитра жалили, нещасний Гордон і так далі, як ви до цього віднеслися? Дякую. Та ніяк не віднесся, пусть жаліють. Що хочуть, то пусть і роблять. Для мене це взагалі не авторитетно, що говорять на російському телевіденні. Це зомбоящик. Что касается Бориса Корчевникова, да, мы продолжаем готовить документы, это объемно все, в российский суд на Бориса Корчевникова за то, что украл у меня фрагменты программы, использовал в своих передачах, замыв все опознавательные знаки и так далее. Будет отвечать, никуда не денется. Ну, еще один вопрос. Почему сайт Дмитрия Гордона поставил заявление Фейгина? Я не понимаю, о каких заявлениях идет речь. А когда все это было опровергнуто, в том числе украинской полицией вчера, на сайте мы ничего не увидели. Вы понимаете, не знаю, о чем идет речь? И готовы ли поставить опровержение, не знаю. Если... Не знаю, о чем речь. Есть. Окей. Ну что ж, я думаю, на этом все. Дмитрий, мы вас... Благодарим за интересный разговор, насыщенный Спасибо. Разговор. Мы Спасибо вам. Просим прощения у наших зрителей, чьи вопросы мы не успели задать. Время нашего эфира, к сожалению, ограничено, но Спасибо. По четвергам у нас Дмитрий Гордон, обычно гость нашей студии. Мы с удовольствием будем рады вас видеть Спасибо. Здесь еще. И наши зрители имеют возможность вам задать вопросы через соцсети. Вы обязательно на них ответите. Дмитрий Гордон, журналист, был сейчас гостем вечернего прайма.